Звук спецсигнала сегодня слышен едва ли не на каждом перекрестке. Сотрудники полиции работают в усиленном режиме. В Шымкенте началось оперативно-профилактическое мероприятие «Ураган». Только за двое суток выявлено более 1000 правонарушений. Самат Орастаев дежурит в центре города. По словам полицейского, нужно всегда быть начеку. А вот и очередное нарушение. Водитель ведет машину и одновременно ведет активную переписку в соцсетях. А это телефон сда. А это проспект Таукехана. И опять нарушение. Водитель остановился в неположенном месте. Как выяснилось, причина остановки автомобиля – поломка. Водитель уверяет, что просто забыл включить аварийку и поставить знак. На первый раз забывчивый хозяин машины отделался только предупреждением. В городе сегодня активно работает несколько патрулей – пеший, вело- и автопатруль. Большое подспорье для полицейских – видеокамеры, установленные по всему городу. Здесь, в стационарном полицейском пункте, можно наблюдать за тем, чем занимаются люди на улице. К примеру, с помощью видеонаблюдения можно посмотреть остановку «Спартак» и посмотреть, что происходит на остановке. За всего лишь два дня выявлено 14 водителей, управлявшим автомашиной в нетрезвом состоянии, с тонировкой 129 автомашин, использование сотовых телефонов 253 факта, без ремня безопасности водители ездили в 227 случаях и сотрудниками были выдворены в штрафстоянку 91 автомобиль, из них 40 эвакуаторами. В итоге за два дня сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС города составлено 1138 протоколов административного характера. Весенний ураган продлится в Шымкенте по 24 марта включительно. Если кто-то из водителей посчитает, что в праздничные дни отдыхать будут все, и даже полицейские, то рискует попасть под статью за нарушение правил дорожного движения. Шудин Саидов, Бауржан Жусипов, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.